Хас Бамат Бикюрт. Центральный матч тура, сказал бы я, если бы не афиша Сирона Алиф, но сегодня, наоборот, что бело-красные играют у нас Хас, но сегодня они в синем. Бамат Бикюрт. В атаке Бамат Бикюрт. Хороший стандарт и хорошая попытка. Удар по воротам. Какой удар, в штангу попадает. Добивание. И здесь Зайнал Юсуф. Бамат Бикюрт. Конечно, не будет хватать в атаке и Адлана Кацаева, но он получил травму. А тут удар поворотом и гол. 1-0. Гамзат Алданов становится автором забитого мяча. Бамат Бикюрт выходит вперед. А вот так развитие. И голевую передачу на Гамзат Алданова. Сейчас повтор видели на своих экранах. Передача великолепная. Опасный момент. И можно забивать. Бамат Бикюрт. Удар поворотом. Гол. 1-1. Ну, здесь просто гроссмейстерская игра, если не ошибаюсь, это Заур Садаев шикарно здесь сыграл, мяч принял, развернулся на паузе, выждал. Терроризировать оборону соперника, передача Нургамзаева не проходит. Здесь Бамат Бикюрт мяч перехватывает, но как же Бамат Бикюрт не суетится. А вот тут какая великолепная контратака, есть свобода пространства, удар по воротам Руслан Магомедов. Как-то неуверенно выпустил мяч. Где он отмечал Залимхана Майсултанова. Примерно с этой же дистанции был разящий удар. А тут удар по воротам. Асадулла Хункеров мяч кулаками, не рискуя. 6. Та встреча закончилась. А что касается предыдущей, то 6-2. Бамат Бикюрт обыграл Бикинес. Здесь Азамат Абдурахманов пытается что-либо создать. Удар по воротам. Довольно неплохо. Был обыгран Хас, а потом ничья с Дарго. Но затем серия поражений и от Империи, Наполи, Сироны. Здесь гол забивает. Вот так вот развиваются у нас события, друзья. Бамат Бикюрт. Да. Ознакомили вас со статистическими данными. Опасный момент. Здесь едва автогол не ныряет в сетку ворот Руслана Магомедова от ноги Гамзата Алданова. Хаса в этом эпизоде. Продолжается атака Бамат Бикюрта. Они сейчас перехватили полностью инициативу. Удар по воротам внешней стороной стопы. Не судье это было адресовано, но все равно получил он горчичник в этом эпизоде. Нургамзаев, передача. Это у нас опасно было. Хорошо, продолжается атака Майсултана. Удар! Асадулла Хункеров. Они скакнули мяч за пределы. Ахадов, передача хорошая, Бекхан Усманов нет. Здесь оборона играет здорово, но подбор за Бамат Бикюрт, там удар, Руслан Магомедов тащит. Руслан Магомедов спасает свою команду. Передача здорово, Самат Курбанов, опасно здесь. Асадулла Хункеров сократил угол обстрела и здесь даже мячу не позволил. Правило, но Махач Нургамзаев, не обращая внимания на разговоры, пошел вбрасывать мяч из-за боковой по флангу. Здорово. И Самат Курбанов по левому флангу несется на всех парах. Врывается в штрафную. Удар. Гол. Вот это да. 2-1. Хас выходит вперед. Извиняюсь, это не Самат Курбанов. 2. Еще один удар и гол. Лабазанов просто терроризирует и рвет и мечет сейчас. Нургамзаев, удар, рикошет. И здесь даже углового нет. Тадушаев вынос очень неуверенный, очень плохой. И подбор за командой. Опасный удар по воротам. И здесь Майсултанов, и на добивание там выпрыгивает. И Махач Нургамзаев. Итак, удар по воротам. Там стеночка не рассыпалась. Именно в нее угодил снаряд. Майсултанов, удар по воротам, и здесь Алиханов подставлял колено, пытаясь перенападением Руслана Магомедова. И финальный свисток, друзья, финальный свисток. Хас одерживает победу над Бамат Бикюртом.